Сегодня я впервые в жизни попробовал клешни вот такого камчатского краба. Стоил он 26 тысяч тенге и весит примерно килограмм. Я вам покажу, как его правильно приготовить, чтобы столько денег не ушли зря. Вау. Его нужно готовить в пароварке, а не варить, иначе вкусности мяса уйдут в воду. У меня был почти готовый краб. Его нужно медленно разморозить в холодильнике и готовить на пару 5-10 минут. А сырой краб готовится 15-20 минут. Самое главное, не ешьте краба горячим. Дайте ему остыть. Теперь давайте достанем крабовое мясо. Сперва отломайте клешни по суставам. Затем ножом или как и рукой откройте твердую оболочку. Из килограмма клешней вышло 270 грамм чистого мяса. И ешьте его без никаких специй, только со сливочным маслом.